современной сельхозтехнике сегодня предъявляются довольно жесткие требования. Для каждого производителя очень важно, чтобы покупка максимально подходила к потребностям хозяйства и оправдывала вложенные в нее средства. И выбор дальновидного агрария, в принципе, состоит из трех главных составляющих – производительность, функциональность и оптимальная цена. Техника компании «Самая Deutz Fahr» не просто отвечает этому выбору, но и расширяет горизонты возможного. Первые агрегаты попали в Россию в начале 90-х. Зарубежные машины хорошо выдержали многочисленные испытания, которые устроили им и наш суровый климат, и не менее суровые механизаторы. Последние со временем убедились, изящность и прочность деталей приводят к легкости и эффективности работы. Взять, например, комбайн Deutz Fahr. Мощный двигатель и производительный стрясной аппарат делают очистку зерна такой же быстрой, как и молотилку, причем без потерь. Все это за счет уникального турбосепаратора. Этот подает с обоих сторон, на правую и на левую сторону, турбосепаратор наш этот. И он подает на равномерно, этот подачу подает эту равномерно, и уже решать успевает. Домолачивать это зерно, да. И уже чище молот. И решете по длине, длиннее, чем наши, отечественных. И это опять это большой эффект. Мажатка, да, она тоже электрическая здесь. И, ну как, гидравлическая, она, но с электрикой связана. С электрикой она все, она полностью копирует рельеф почвы. Полностью. За любой этот, ну как бугор, там как яма, все она копируется. Высокий класс и надежность подтверждают и тракторы Deutz Fahr. Движение без частых переключений и с низким расходом топлива. Все это благодаря мощному крутящему моменту. Простая в управлении коробка передач переключается при невыключенном сцеплении. Одна из самых просторных кабин, превосходная шумоизоляция, мощная гидравлика с подъемной силой до 11 тонн. Экономичный силовой агрегат можно использовать для обработки почвы как с передним, так и с задним навесным оборудованием. В нашей машине обязательно в базовой части стоит подготовка для пневматического торможения прицепом, который мы можем использовать, зацепив за трактором. Обязательно подрессоренная кабина на 4 амортизаторах, которая позволяет работать оператору и не испытывать излишней вибрации и не уставать во время работы. Почему это важно? Потому что человек от того, насколько себя хорошо чувствует в тракторе, зависит та производительность, которую машина показывает. В этом году сейчас мы предлагаем определенное количество машин в режим опытной эксплуатации. То есть мы их поставляем в хозяйство, люди работают на этих машинах. Если все нормально, они довольны этими машинами, то потом после уборочной они нам оплачивают ту часть, которую должны оплатить за эти трактора и комбайны. Мы просчитали то, в чем мы уверены, вот здесь, в том числе на этом фермерском хозяйстве, 3 года гарантированно эта машина окупается при правильном применении. Испытал сам, покажи другим. Валерий Калмыков из Ставропольского района – один из тех счастливчиков, которому стальные помощники Deutz Fahr служат уже 3-й год. Машины тут обрабатывают почву, сеют и жнут как зерновые, так и овощные культуры. На выходе – продуктивность, стабильность и успех. Это фермер и будет тиражировать по другим хозяйствам области в качестве официального дилера компании. Качественный сервис гарантирован. Гарантийное обслуживание, да, у нас очень довольно качественное. В течение суток, край-двое, мы уже очень справляемся с задачей. Конечно, моя задача больше продать, достучаться до людей, до производителей, вернее, что, в принципе, вот в условиях ВТО, вот эти факторы, как, допустим, там качество, скорость работы, удешевление, допустим, производимой продукции, вот эти показатели, короче, которые можно получить в результате использования вот этой техники. Начиная с этого года техника Deutz Fahr станет еще ближе российским аграриям. Компания подписала договор о создании совместного предприятия с Кировским заводом. Цель масштабного проекта – вывод на рынок новых высококонкурентных, как по качеству, так и по цене, сельскохозяйственных агрегатов. Кировский завод – это очень интересный большой партнер. И поэтому мы сделаем еще то, что уже делали раньше, но, конечно, количество продажи намного больше, и дистрибуция тоже лучше, потому что у нашего партнера очень много дилеров, и поэтому считаем, что перспективы очень хорошие.
Кроме того, вся техника Deutz Fahr имеет российский сертификат, а это значит, что 25% затрат на ее приобретение компенсирует областной бюджет.